Всем ассаламу алейкум. Здравствуйте, с вами Строймаркет 05. Как вы и просили, представляем вам новинку от американского бренда DeWalt. Аккумуляторный гвоздезабиватель DEATS-N692N. Данный аппарат предназначен для забивания гвоздей в дерево от 50 до 90 мм. Мягкие породы дерева он забивает гвоздь 90 мм. Твердые же породы он забивает 63 мм. Для своей силы удара данный аппарат, сама ударная часть не особо громоздкая по сравнению с другими пневматическими инструментами. У него балансировка очень хорошая, не перевешивая ни туда, ни сюда. Оригинальная рукоятка делает инструмент на плотном использовании. Также имеется крючок для подвешивания на ремень, что очень удобно. Данная модель оснащена щеточным двигателем, что гарантирует большой ресурс работы. Также он имеет два режима удара. На первом режиме он забивает гвозди от 50 до 75 мм. На втором режиме от 80 до 90. Также имеется одиночная стрельба и быстрая. На быстрой стрельбе он забивает 2 гвоздя в секунду. Одним из преимуществ данной модели является индикатор, сообщающий нам о замятии гвоздя в байке. После того, как индикатор сообщит нам о замятии гвоздя, нам нужно взбудить рычажок, и он освобождает гвоздь. У нас имеется предохранитель от случайных нажатий. Есть предохранитель от холостых выстрелов. Когда в магазине заканчивается гвозди, он перестает стрелять, что продлевает ресурс работы байка. Тут у нас находится регулятор глубины забивания гвоздей. Пластмассовая насадка предназначена для предотвращения повреждений заготовки, а под ней грубые зубцы, для того чтобы пистолет от отдачи не спрыгивал с заготовки. А здесь у нас находится магазин, общая вместимость которого 55 штук. Он легко взводится и вставляем туда патроны, после чего закрываем магазин. А теперь испробуем этого монстра в деле. Первый режим — одиночная стрельба. Сейчас испробуем на втором режиме. Удачная стрельба. Гвозди забиваются ближе. Второй режим — быстрая стрельба. Напоминаем, что на данный инструмент действует рассрочка. Спеши к нам.